Всем привет, с вами снова, как всегда, на мухе Серега и славный друже Обломов, который в этом видео не появится. Нет, я, может быть, появлюсь, мой голос появится, но это не точно. Да. Это не точно. Короче, друзья мои, всем давно известно, что Сережа один из первых практически приобрел себе iPhone. И где он, вот он. Ты носишь себя в кармане телефон со включенным фонариком. Ладно. Маты запикаешь, не надо это вырезать. Короче, Серега один из первых приобрел себе iPhone X. Очень много уже в интернете тестов, которые связаны с тем, насколько камера, ну блин, ёкаламы, многие покупают iPhone ради того, чтобы выкладывать фоточки в Instagram. iPhone это самая популярная камера в мире. Ну да, Google Pixel где-то покруче. Так нет, может быть Google Pixel круче, но iPhone самая популярная. Самая популярная камера в мире. На нее снимают влоги, на нее снимают влогеры с миллионами подписчиков. На нее снимают видосы там хайповые, которые собирают, не знаю... Юлик снимает на него. Целый Юлик, сам Юлик? Сам Юлик снимает на iPhone? Господи. Юлик, привет, если ты это смотришь. Ты бог блогинга, короче. И на самом деле сравнений с iPhone, например, 7 Plus, уже достаточно много этих сравнений. И понятно, что камера то на то, ну норм. Там, решили пойти дальше. Мы на самом деле извращенцы, по большому счету. Решили посмотреть, вот если вы смотрите видос на YouTube, а вы смотрите его на YouTube, да? Ну, естественно. Сможете ли вы отличить камеру iPhone 10-го, я буду называть его Х, я всегда называю его Х, чтобы все бесились. А я X, не знаю. И мне потом в комментах нам будут писать, типа, это 10-ка, это 10-ка, короче, вот. Сможете ли вы качество видео отличить, вот просто при беглом взгляде, не в хреновых условиях, потому что в хреновых понятно, от профессиональной, ну полупрофессиональной, хорошо. Профессиональной, мне кажется, все-таки. Ну, профессиональный это Red Epic W, чувак. Ну, на эту штуку тоже кино чувак снимает. Да, от Гошана 5, он же Panasonic GH5 с объективом стоимостью 100 тысяч рублей. Фишка в том, что на Panasonic 12 мм это примерно такой же угол обзора, как и стоковая. Ну, короче, просто как камера iPhone, как... мы только что потестили специально. По углу примерно то же самое. И, собственно, сейчас будут тесты. И как бы, знаешь, ну это понятно, что этой камеры там есть S-Log, V-Log, плоское изображение, вот эта вся херня. И битрейт 150 мегабит в секунду. 400 даже. И даже 400. Даже 400. Да. Но тем не менее, если ты обычный чел, который такой, нужно купить себе или видеокамеру хорошую, или iPhone. Нужно ли тебе тратить бабки на видеокамеру? Вот большой вопрос. Если при этом ты еще можешь взять в кредит iPhone и быть самым хайповым чуваком в классе. Да, потому что никто тебе не скажет, ты крут, у тебя есть вот такая видеокамера, знаешь, там... Или даже, ты крут, у тебя есть гашек. Никто не скажет. Я скажу, но в классе никто тебе не скажет. Это локальный немного мем. Сейчас мы потестим. Реально, камера стоит 120 кусков. Объектив, то есть это 240 кусков стоит. Еще карта памяти, блин, десятку. И, собственно, iPhone за 80. И люди наверняка спросят, почему у нас на столе много айфонов? Ну, просто мы богатые, и мы решили разложить все сразу. Это, например, iPhone 2G. Стоимость нового, если что так, 400 тысяч рублей. У нас, конечно, он чуть-чуть не новый, он почти в идеале. Чуть-чуть со вмятины сзади. Ну да, там гвоздем немного вмятину сделать. Нет, на самом деле, мы сейчас хотели сесть и записывать тесты, ну так, это инсайдерская инфа, записывать тесты, какой iPhone что быстрее делает. Оказалось, что по производительности iPhone 10 от 7 не отличается... Почти никак. Почти никак, там на 5% даже в этих самых в бенчмарках, да. А iPhone 6 и iPhone 5S, да, они сильно тупят, да, они устарели. Да, они старички. Да, они старички, да, их понерфили. И мы такие это все поделали, и такие, это не контент. Это глупо, да. Серьезно, мы минусов отхватим. Не на пикабу. Мы в любом случае минусов отхватим, короче. Да. Потому что мы сейчас будем делать еще более бредовую тему. Сравнение топового флагмана от Apple с профессиональной, полупрофессиональной, без зеркалочкой. Народ, также не забывайте, что у нас с Letyshops продолжается конкурс на 10-й iPhone. Ей! Кто у нас первый раз, напоминаю, Letyshops это кэшбэк-сервис, его и так все знают, который возвращает бабосы с покупок более чем с 1000 онлайн-магазинов в интернете. И, само собой, они очень плотно сотрудничают с монстром AliExpress. Скоро на Али 11.11 это день холостяка, и это один день в году у вас есть шанс закупиться всем, чем вы давно хотели. Будь то расходники типа зарядок, кабелей, либо чехлы. Правильно говорить кабелей, ты правильно сказал.
Все, что вы хотели купить с мега-скидкой. День холостяка, 11 число. Кстати, если будешь закупаться на Алиэкспрессе, проверь, действительно ли это скидка, потому что некоторые плохие чуваки перед распродажей повышают цены. И расширение Letyshops тебе в этом очень поможет. Оно покажет, какие цены были до этого. Кидалы не пройдут. Лети под это дело устраивает розыгрыш призов на 1 000 000 рублей. Но вернемся к нашему айфону десяточки, он же iPhone X. Условия нашего розыгрыша элементарные. Регистрация, тестовый заказ, подписка на наш канал и заполненная форма. Все, поздравляю, ты участник. Все подробности находятся по ссылке в описании. Регистрируйтесь, получайте кэшбэк и выигрывайте iPhone 10. Огромное спасибо Letyshops'у. Пошло? Да. Доброго дня, дорогие друзья, я проснулся сегодня. Думал, сейчас поснимаю при солнце, вчера было солнце в Питере. Вот, а я стою, и у нас, видимо, нашествие вейперов какое-то случилось. Короче, картинка будет серовата. Ну, вы знаете, Питер, все дела, мы даже начали со двора. Во дворе в Питере снимать, это так аутентично. Мы походим, у нас есть несколько тестов, все будет на экране отображаться с помощью красивых текстов. Я их тоже скачаю обязательно. Ну что ж, давайте начнем. Так, ребят, небольшое предисловие. Начнем с того, что нас интересует, как снимают оба аппарата и как сильно картинка одного отличается от другого. Так что следующие 6-7 минут будут тесты в перемешку с просто вот мы походили с другом по городу и поснимали всякое. Я первое время не буду подписывать, где iPhone, а где гашек. Потом подпишу, чтобы вы свои догадки подтвердили. Снимали мы полностью на автонастройках, это авто ISO, автобаланс белого, авто shutter speed. Потому что, чтобы на iPhone снимать вручную, нужен сторонний софт. А нас интересует, iPhone со стороны взял, нажал кнопку «Снимаешь», типа лайфблок такой. Да, кстати, снимаем мы в 4К 60 кадров в секунду. И тут такое дело, Apple еще не обновила Final Cut, и поэтому Final Cut не ест видео с iPhone, потому что они записаны в H265, а Final Cut ест только H264. Пришлось это все мне конвертировать, перекодировать. В общем, короче, кто думает, что он будет сейчас снимать влоги на iPhone X, пока что не выйдет. Ну, только разве что, если вы монтируете в Премьере. Премьер, по-моему, поддерживает H265. Я думаю, что все уже догадались, конечно, где iPhone, а где гашек. Но тут дело в чем. iPhone очень плохо определяет экспозицию, то есть у него был пересвет в самом начале. Почему, я не знаю, но опять же, мы ничего не трогаем. Я мог понизить экспозицию, но я этого не делаю, потому что мы тестим на автонастройках. Иначе бы, блин, я у гашика мог бы понатыкать так, что он был бы супер резким и супер крутым. Но нет. И вот в этом моменте заметьте, что вот сейчас вот, вот, iPhone. Экспозиция у него стала нормальной, и он стал намного резче за счет этого. Нет, конечно же, можно понижать экспозицию, но как это сделать, если ты, например, снимаешь влог в движении, типа Ларин шагает. Ну, у него был такой влог, где он шагал и говорил какие-то мысли. Экран-то от тебя направлен, то есть ты снимаешь на основную камеру iPhone, ты не видишь, что ты делаешь на экране. Вот поэтому мы и снимаем сейчас на автонастройках. Нам интересно, насколько хорошо iPhone определяет, когда нужно сделать светлее, когда темнее. Сейчас я буду заходить в эту арку, и мы видим, что вот iPhone, он нормально определяет экспозицию, но за счет этого у него появляются очень сильные шумы. То есть изображение становится некомфортным.
Вот мы видим изображение с Panasonic GH5, отличная картинка, почти без шумов, и вот iPhone начинает шуметь, и опять прыгает экспозиция. Вот еще кадр, я иду по тротуару, и на гашике, во-первых, лучше намного работает стабилизатор, и во-вторых, у него какой-то более правильный баланс белого. Он, конечно, здесь немного уходит в красный, но это все равно не та зелевизна, как на айфоне. На этом стоп-кадре как раз можно внимательно посмотреть на различия между балансом белого автоматическим между GH5 и iPhone X. Вот, но мы здесь не для этого, мы увеличили картинку, и я не вижу здесь разницы. Вот если сейчас вот посмотреть, то я не вижу разницы по резкости, вообще никакой. Это я, кстати, увеличил изображение на 300%, если кому вдруг интересно. Небольшой тестик фокусировки на близких предметах, то есть макротест. На мой взгляд, тут оба устройства справились нормально, разве что у iPhone 10 очень сильно шалит стабилизатор. На GH5 картинка гораздо плавнее. Следующий тест — это наш с Олегом любимый тест фокусировки на лице блогера. И тут я вам могу сказать одно, iPhone справляется гораздо лучше. За счет чего, я не понимаю. Кстати, на объективе 12 мм от Panasonic я выставил не 1.4, нифига. Тут где-то 4.0 или 5.6, по-моему, 5.6, если не ошибаюсь. Может быть, за счет того, что он сильно моет, так фокусируется, но нам это не интересно. iPhone фокусируется гораздо быстрее, прямо мгновенно. Вот если мы сейчас посмотрим... Нет. Вот, я поставил руки, только тогда он сфокусился. На этих кадрах я пытался показать, что iPhone гораздо быстрее делает переэкспозицию, то есть он гораздо быстрее переходит от светлого тона к темному. Почему так, я не знаю. Это происходит просто мгновенно. Вот косяк стабилизации у iPhone 10, в принципе, как у 7. Очень сильно шагает, то есть очень трясется изображение. У гашика он плавнее, но это за счет и линзовой, и матричной стабилизации. Кстати, заметьте, вот в данном кадре довольно темно, но очень сильный контровой свет. Panasonic GH5 выбрал экспозицию, не трогает ее. Может быть, он ее выбрал не совсем правильно, то есть он почему-то... Ну, он слишком пересветлил небо, но он хотя бы не трогает ее. На iPhone все прыгает. iPhone пытается сделать мое лицо светлее, потом темнее, потом опять светлее, потом опять темнее. И это выглядит тупо. Реально очень неприятно смотреть на такое изображение. Вот. Опять светло. Вот здесь GH5. Он нормально держит экспозицию. Он не пытается высветлить, потом опять затемнить, потом опять высветлить, потом опять затемнить. Вот iPhone. Светло, темно. Светло, темно. Вот такой вот ролик у нас получился не очень длинный. Почему не очень длинный? Ну потому что... Во-первых, у нас очень сильно поджимает время, мы уже вот сегодня через пару-тройку часов едем на дачу, чтобы отснять там всякого-всякого крутого, в основном для основного кулинарного
канала. Ну и для мухи тоже кое-что отснимем. В том числе очень интересные штуки, пока спойлерить не буду. Что же в итоге можно подытожить насчет Panasonic и iPhone? Естественно, Panasonic и iPhone сравнивать глупо. Но, как мы видели на этом коротком видосике, iPhone очень неплохо справляется. Главное, это чтобы не было переэкспонирования. Лучше не доэкспонировать кадр, тогда будет гораздо большая четкость и резкость изображения. Это клево, потому что на iPhone можно снимать блоги, влоги. Я сейчас вообще, ну, не смотрите на качество, я записываю на фронталку iPhone, потому что сейчас в данный момент у меня ничего нету в наличии более крутого. Очень клево записывает iPhone X, iPhone 7, даже iPhone 6s. Ну, конечно, камера iPhone 10 это прям пушка. Особенно для фотографий, портретные режимы новые появились, портретная камера стала работать еще лучше, еще точнее, почти не мажет изображение. Единственное, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что Apple сделала новый режим 4К 60 кадров в секунду, это клево, это очень плавно, и 4К это резко. Проблема в том, что монтажная программа от Apple, Final Cut, не может открыть эти файлы. Почему? Почему нельзя было обновить и сделать так, чтобы H265 кодек работал в Final Cut, потому что я монтирую, и Олег монтирует, и вообще многие люди монтируют в Final Cut, и H265 не поддерживается. Почему? Не понимаю. Apple, исправьте на заметку вам. А еще у меня вызвало большое затруднение перекинуть файлы с iPhone на Mac. Это, кстати, к минусам iPhone относится, то что ты не можешь в один клик перекинуть файлы, например, как с карты памяти. Это было бы удобно. Что я делал? Я подключил iPhone с помощью кабеля, открыл приложение фото и экспортировал. Но почему-то все видео, я их вставил в Final Cut и смотрю, ну что-то не то. Как будто бы видео сняты в 720 на какой-нибудь очень-очень старый Xiaomi. Какой-нибудь Mi 2S. У меня на Mi 2S были видео такого качества. Я смотрю, они 53 мегабайта вместо гига. Я не понимаю, почему. Я так и не понял, почему. То есть, почему он не может оригиналы файлов экспортировать на комп. Мне пришлось что сделать. Я скачал Мегу. Это файл-обменник такой. С Меги я загрузил... точнее, с iPhone я загрузил на Мегу. С Меги я скачал на комп. И эти скачанные файлы мне пришлось еще перекопировать на внешний носитель. То есть это очень-очень большой гемор. Я хотел бы это делать в два клика. Обычно у Apple все делается в два клика, но почему-то в данном случае фотки нормально. Фотки открываются в оригинальной, а видео открываются почему-то очень сильно порезанные, с пожатым качеством. Это мне не нравится. Также не забывайте, что скоро распродажа 11.11, и чтобы обезопасить себя от нечестных продавцов, можно установить расширение Letyshops. Оно позволит вам отследить динамику цен и узнать, действительно ли продавец сделал скидку на товар, или он просто повысил цену перед распродажей. Кстати, также мы разыгрываем iPhone X, все подробности в описании. Всем пока, с вами был славный друже Обломов, который сейчас летает в аэротрубе. Блин, я ему завидую, серьезно. Я тоже хочу полетать в аэротрубе. Ну и я, Серега, конечно же. Ставь лайк, если это видео тебе хоть как-то помогло. А мы полетели на дачу снимать видосики. Будем снимать очень клевые штуки для мухи. Они реально крутые.